Итак, дорогие друзья, этот момент настал. На моем балансе 4 900 000 золота. И сейчас прибавится еще сотка на ваших экранах, и у меня будет 5 лямов. 5 лямов голды, это максимально, это максимум в этой игре. Я думаю, что я один из первых, кто собрал такое количество. Может быть, какие-то донатеры в особо крупных размерах, которые донатят, да, уже у них на аккаунтах есть по 5 лямов давно. Но где-то на ютубе, чтобы кто-то тратил, чтобы кто-то показывал, да, на аккаунтах я не видел. Поэтому, ребят, я долго к этому шел. У меня в команде работали еще Тыкеринка, Фурия и в конце немножко Алекс мне помог. Огромное им за это спасибо. Это те люди, которые участвовали в самом процессе фарма. Они много грандов мне приходили. Плюс я тоже проходил гранды. Я донатил на все спецпаки. Мы общими усилиями собрали это количество золота. Также спасибо вам, потому что вы тоже участвовали в этом процессе. Вы смотрели, а это тоже является, так скажем, общим делом. Короче, ребята, это жесть это. 5 лямов, ну я не знаю, ну напишите, сколько максимум у вас было золота. Ну я уверен, что 5 лямов это много для всех, как для донатера, так и не для донатера. Блин, 5 лямов, ну охренеть просто, я не могу. Ребят, прежде чем перейдем к теме ролика, пожалуйста, ну никогда, вот никогда не набирали такое количество лайков. Только когда ролик собрал 1 000 000 просмотров. Я знаю, что вряд ли мы соберем, давайте просто поставим такую цель. Вот я ставил себе цель собрать 5 лямов. Я хотел еще сдаться, когда собрал 1,5 миллиона. Я хотел просто забить, потому что очень много, я думал, мы не сделаем это. Поэтому давайте просто поставим за цель. Добьемся или нет, ну постараемся. Набирать на этом ролике 50 000 лайков. Не пугайтесь, просто с каждого по лайку. Вам ничего, вам не трудно поставить лайк. Ну поставьте, может, всеми усилиями-то соберем когда-нибудь. Я понимаю, что это очень много, 50 000 лайков. Но я свою цель выполнил. Пожалуйста, поставьте вы там себе за цель, попросите друга, подругу, кого-то, репостните ролик этот. Ну давайте попробуем собрать 50 000 лайков. Ребят, ну честно, я потратил очень много денег, усилия, времени, чтобы собрать такое количество золота, чтобы сейчас его просто потратить на видос. Короче, давайте для начала 5 лямов дофармим, точнее, сделаем на балансе 5 лямов, а потом уже будем с вами разговаривать. Я думаю, что вы знаете, каким образом я сейчас дофармлю. Ну что, донатим первый спецпак за 5 баксов, поехали. Так, хорошо, сундучок открываем, я ничего прокручивать не буду. Мне самое главное, золото давай. Так, отлично. Ну и осталось сколько, 66 000, да, получается, блин. Слушайте, давайте сделаем не так, просто чтобы золото в никуда не уходило, мне кажется, оно в никуда уйдет. 6 000 докупим через гемы, за 500 гемов. Ну просто мне жалко 80 000, а куда уйдут остальные 20? Давайте вот этот за 60. Так, готово. Легендарный сундук, кстати, сейчас легендарки. О, ребята, как я рад. Ох, этот новый уровень меня до сих пор сбивает с толку. Итак, вы просто посмотрите, 4 ляма 994. В смысле максимум? Ты! Нет, я хочу 5 лямов, ты чё, дурак? Я не могу? В смысле максимум? Пожалуйста. Не надо так. Да ладно, а что делать вообще? Как сделать 5 лямов? Это я сейчас начну спецпак, это до хрена золото уйдет в никуда просто. А сколько здесь падает золото? 630. Давайте купим косарь. Купим косарь. Так. Ты получаешь 1000 золота, остается 300 золота. И давайте откроем сундук. Надеюсь, что с сундука будет ровно... Вот, все, я сделал это максимум. Все, я сразу не додумался до этого, потому что, ну блин, купить нельзя, а сундука там можно выбить. Как хорошо, что я не задонатил сейчас на спецпак, потому что если бы задонатил, золото улетело бы в никуда. Красота, просто красота. Я дошел, я всегда вот в игре, неважно, и не только в игре, в жизни тоже, ребята, всегда ставьте перед собой цели, всегда добивайтесь. Это банально приводить пример в игре, да, это всего лишь игра, типа ничего такого особенного. Ну и что с того, что ты взял 5 лямов? Да неважно. Всегда ставьте перед собой цели, невзирая ни на что, достигайте их, ребята. Я думал, что я 5 лямов не смогу. Смог. Конечно, с общими усилиями, не сам, без команды бы я это не сделал. Ну, команда всегда нужна, в одиночку ты никогда не добьешься ничего. Огромное всем спасибо, 5 лямов, ребята, я не знаю, как, я не знал, как этот ролик записать, хотел как-то по-особенному, с каким-то, может, монтажом, но я не придумал, я просто хочу, вот, чтобы живые эмоции мои увидели, я реально радуюсь, вроде игровая валюта, ничего особенного, ну, сам тот факт, знаешь, вкус победы, я это сделал, это круто, вот это круто, то, что я это сделал, а то, что это золото мне, по сути-то, и не надо, это всего лишь игра, это уже второстепенная цель, точнее, не цель, а второстепенный факт. Приступаем к
трате, да, золото. Значит, смотрите, мы сейчас потратим золото, потом я куплю эти спецпаки, у меня опять почти будет фул. Это золото все уйдет в легендарки. Все, мой аккаунт фул, мне больше гемов не надо на аккаунте, однозначно. Короче, пацаны, Лукас, с вас Лукас, давайте попробуем 50 тысяч лайков собрать. Я приступаю к прокачке карт. Поехали, тратим 5 лямов. Я же скрин сделал хоть, надеюсь, а то я, блин, потом пожалею, что не заскринил. О, господи, как это классно. 5 лямов, блин, опять же говорю, я радуюсь не то, что ровно 5 лямов у меня, а то, что я это смог сделать. Это просто охренеть. Я не знаю, как... Я так рад, блин, ребята, честно. 5 лямов, охренеть. Сколько я раз это сказал. Поехали прокачивать тупо все карты, абсолютно неважно, все просто, чтобы у меня... Я всегда мечтал, чтобы у меня были прокачаны все карты, но мне всегда не хватало золота. Сейчас я себе ни в чем не отказываю. Все есть, абсолютно все, ребят, это просто жесть. Это просто жесть. Вот рекрут, единственная карта, которая у меня не фул, а так практически все, кроме эпика, велек. Тут осталось добить ее немного. Прокачиваем. Кстати, как интересно, сколько... Блин, охренеть, мы уже лям слили, ребята, мы уже слили лям. Охренеть, как быстро золото тратится, друзья. А, зашибись просто, вы посмотрите, уже больше ляма слили. А возможно, мне не хватит 5 лямов прокачать все. Нет, ребят, надеюсь, хватит. Надеюсь, хватит. Так, башня-бомбежка. 50 тысяч золота, 100 тысяч золота. А дальше мини-генератор. Блин, охренеть. Мы уже слили 1,5 миллиона. Так, свинки, давайте. Я ими, кстати, хочу в глобале играть, но они у меня не были прокачаны. Сука, вот это мне бесит, что рарки теперь не 11, а 13. Блин, суперселл. Еще, знаете, обидно, что, может быть, в скором времени добавят там новый уровень. Ну, может, не в скором времени, но когда-нибудь добавят новый уровень. А вот у меня сейчас опыт уходит в никуда. По сути, я сейчас просто так сливаю золото. Ну, я хочу этими картами, может быть... Ну, я бы мог, конечно, что-то не прокачивать. Но вы посмотрите, как это красиво, когда все фул. Ну, охренеть. Блин, я рад, что этот аккаунт у меня... Ну, такого уровня. Я всегда мечтал... Вот когда-то, помню, мне давали аккаунт, на котором... Фулл прокачка. Я всегда мечтал такую же, блин, думал, ну блин, у меня никогда не будет, это много надо денег, и у меня никогда не будет таких денег, чтобы донатить. Нет, у меня появились такие деньги. И опять же, никогда не думайте, что у вас что-то не будет. Всегда делайте, всегда, ребята, что-то делайте, и все у вас получится. И это не пустые слова, это действительно так. Если вы будете чего-то, что-то сильно хотеть и будете к этому идти, у вас все, ребята, тоже будет получаться. Ох, я так сейчас не знаю, как будто на Олимп какой-то, не знаю, ну реально так радуюсь, как будто что-то такое произошло, я не знаю, блин, серьезное. Ну, может для вас это покажется очень смешно, блин, охренеть, уже 2,5 миллиона потратили. Да и похрен, я их копил для того, чтобы потратить. Так, бандитку не трогаем, бандитка на следующий ролик у меня идет, а все остальное все прокачиваем, все, что доступно. Я ничего не пропустил? Я все прокачал. 2,5 миллиона я потратил. Вот гигантского скелета я пропустил. Тоже на максимальный уровень. Вот он, ребята. Вот он, аккаунт мой. Ай, красота-то какая. Значит, что у меня? Вот эту бочку осталось совсем немножко, да, прокачать. Ну, это новая карта. Призрак. Блин, вот это теперь путаюсь с этими легами. Короче, сейчас немножко опять золото добавится, рекрутов еще. Давайте донатить дальше. Итак, задонатили. Это я доначу не для золота теперь, а для того, чтобы, ну, леги дальше прокачать. Потому что я хочу сделать полностью фулл аккаунт. А что я с ним сделаю в конце, это может покажется безумием, я не знаю. Но я его действительно могу разыграть среди вас. Возможно, ну, когда-нибудь я вообще уйду с ютуба и закину рояль и не буду никогда здесь играть больше. Может быть, это когда-нибудь произойдет. И это будет безумием, ну, возможно, этот аккаунт просто кому-то бесплатно достанется. Это, конечно, я не знаю, я не утверждаю такие слова, но у меня проскакивает такая мысль. А что, если вот так вот сделать такой вообще? Может, это необдуманный поступок, но... Охренеть, сколько всего, просто зашибись. Так, токен, я получил токен. Сейчас мы с токеном воспользуемся, давайте теперь эмодзи задонатим. Блин, ребята, не было бы вас, не было бы этого всего у меня. Вот честное слово, это... Я не знаю, что так радуюсь сегодня, ну, какой-то сегодня день такой особенный, наверное. И последний донат. Вот он, последний донат.
потому что, ну, скорее всего, я уже больше жестко донатить на аккаунт не буду, потому что у меня очень много золота, мне будет этого приблизительно достаточно, чтобы купить все леги. Единственное, что, да, может быть, еще немножко нужно будет, подфармить, чтобы прокачать потом эти леги, потому что, ну, как бы золото до хрена надо, да? Я возьму новую карту, 17 штук, и так, легендарочки, какие леги мне выпадут? И так, Шахтер, пацаны, Шахтер, 17, и смотрите, сейчас 17, ой, боже, как много всего, и снова у меня 3 ляма золота, Эмодзи, блин, аккаунт просто зашибенный, ребята, не, ну, конечно, разыгрывать его как-то глупо будет, серьезно, достанется он кому-то там, я не знаю, чуваку с 6 арены, он не будет знать, что с ним делать, нет, аккаунт этот надо как-то будет по-особенному, если буду его куда-то... Ну, девать там, сбагрить надо будет по-особенному. Ладно, давайте, смотрите, у нас тут... Господи, вот эти эмодзи, тоже они теперь в чате, такой бред. Торговля. Значит, у меня, я могу 2 леги попросить. Не понял. Легендарки. А что такое? В смысле, а что я не могу? А, перерыв. Я с клана выходил. Ладно, когда перерыв закончится, я 2 легендарки попрошу на Шахтера. И останется у меня ровно 1 лего, и Шахтер будет тоже доступен, хотел сказать, на 5 уровень, теперь на 13. Господи, как это трудно теперь будет сейчас адаптироваться под эти новые уровни карт. Ну да ладно. В общем, бандитка и Шахтер тоже вот, ну, бандитку я уже прокачаю в следующих роликах, а Шахтер вот тоже уже вот скоро будет 5 уровня. И останется мне прокачать спарки, мегарыцаря, лаву, лучника и призрака. И все, ну... Вроде как еще 5 карт, но тем не менее, вы посмотрите, сколько легендарок уже максимум. Осталось не так много. Осталось не так много, просто перфекционисты, смотрите на количество гемов. Ребята, ролик получился вообще для меня очень особенным, и мне очень нравится. Я этот ролик как-то вот по-особенному запомню и буду его пересматривать. Классный ролик получился, не знаю как вам, а мне он очень понравился. И это реально такой, знаете, момент, когда я уже по сути-то с аккаунтом больше такого особенного ничего делать не буду. Буду просто по фану расслабляться, мне, ну, в плане игр, да, там разные колоды буду по фану составлять. Но особо уже прокачивать тут нечего. Осталось мне дойти к цели, это апнуть 600 кубков, потом, возможно, если получится, когда-нибудь 6400. И вот тогда уже точно все. Вот тогда уже точно все. В общем, подписывайтесь, следите. Я думаю, что еще мы в ближайший год будем, конечно, развиваться в Clash Royale. Ну а дальше посмотрим. Может быть, будут какие-то новые обновы, но далеко не будем заглядывать. Подписывайтесь и ждите. Много еще будет роликов. Спасибо вам всем. Скоро увидимся. Пока.